Добрый день всем. Хочу сегодня снять видео о небольшом таком девайсе, который я приобрел в интернете. Называется зарядка для аккумуляторов. Универсальная. В чем она такая универсальная? Значит, в том, что здесь можно располагать сюда аккумулятор, ну, скажем так, любого размера. Ну, допустим, здесь вот такая штучка есть железная, вот ее можно опускать, в общем, видите сами, она надо любого размера сюда аккумулятор вставить и зарядить. Ну, как для варианта, это типа вот такие аккумуляторы, как обычно используются, таких типа фонариков, ну или что-то тому подобное, как пример. Вот. Вот такой аккумулятор. Вот. Вот. Вставляем его сюда. Вот. И вот он показывает у нас заряд 100%. Сейчас у него получается. То есть вот такой индикатор. Чтобы увидеть, надо нажать на сюда кнопочку. Вот. Вот он заряженный 100% аккумулятор. Если он разряженный, он покажет на сколько, 75, 50 или 25%. Чтобы его зарядить, вот здесь есть такие у нас два вход и выход. Значит, сюда подключается вход 5 вольт, обычный такой разъем для Samsung, может, помните, такие бы не Type-C, а вот перед ними такие были, и USB разъем. Он обычно, это на выход. На выход это типа вот эта вот зарядка, можно ее использовать как powerbank, скажем так, для того, чтобы что-то заживить. Ну, там, не знаю, зарядить там часы, допустим, зарядить там, ну, телефон, конечно, не зарядишь, хотя чуть-чуть подзарядить можно. Ну, включить такую, допустим, вещь, как фонарик. Знаете, работает. Вот. Потом еще что-нибудь зарядить. Ну, в общем, это сюда подсоединяется именно то, что вы будете заряжать внешне. Если же заряжать, то такой же шнур включаем сюда. Вот USB, дальше такая вот зарядочка обычная, ну и 220 как вариант. Вот. Сейчас попробую. Так, вот он заряжает его. Было 100, но чуть-чуть упало. Получается сейчас 75, если на 100 оно потихонечку мигает, заряжает. Вот таким вот образом. Здесь индикация 0,5 ампер и 1 ампер. Ну, в зависимости от того, какая зарядка, наверное, подключена сюда. Вот. Такой вот интересный девайс. То есть любых размеров аккумуляторы подключается. О, он уже его зарядил 100%. Вот. Тоже такой интересный девайс. Еще можно вот подключить как вариант телефон. Вот сюда включаем. Раз. Вот он. Заряжается. Идет зарядка. Небольшая такая. Ну, можно подключить и что-то зарядить, хотя бы временно, для того, чтобы там можно было совершить звонок. Ну, понятно, что здесь вот аккумуляторы, они, конечно, разные бывают. Здесь у нас аккумулятор на 2000 ампер-часов. Ну, тоже такие серьезные. Можно пол телефона зарядить. Ну, в принципе.
принципе, вот такая вот интересная штукенция, которая, скажем так, может понадобиться в жизни. Вот. Я почему я купил? В принципе, я хотел просто зарядку для таких аккумуляторов, потому что аккумуляторы везде продаются. Там, допустим, очень удобно их вставлять вот такие вот фонарики вместо батареек. Тут можно батарейки такие, там три штуки маленькие пальчиковые вставлять, но аккумулятор лучше. Вот, приобрел аккумулятор, но заряжать его чем? Ну, поэтому заказал в интернете такой вот девайс. Вот, название его будет в описании к этому видео. Вот. Где покупал, тоже ссылочку там дам. Все, спасибо всем. Пока-пока.